Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу предложить вам 4 варианта вкусных мясных закусок к праздничному столу. Все они очень оригинальные, а некоторые могут заменить даже основное блюдо. Маленькие колбаски-котлетки из фарша. Рецепт очень простой и невероятно вкусный. Колбаски получаются плотными, сочными и ароматными. Прекрасный вариант для подачи на праздничный стол. Такие колбаски можно приготовить на костре вместо шашлыка. Результат – просто пальчики оближешь. Для приготовления нам понадобится фарш, лук, чеснок, соль, перец, сода, лимонный сок или уксус, панировочные сухари. Фарш можно брать любой. У меня смешанный – курица, индейка и свинина. Солим, перчим. При желании можно добавить и другие приправы к мясу. Теперь самая интересная часть. Соду гасим лимонным соком. Добавляем фарш и вымешиваем не менее 5-6 минут. Мало кто знает, но с помощью обычной соды можно значительно улучшить вкус мяса, сделать его более нежным, мягким и даже убрать характерный вкус говядины или свинины. Готовый фарш накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час, а лучше на 4. Тем временем я подготовлю панировочные сухари. Можно, конечно, купить уже готовые, но мне нравятся больше домашние. Хлеб нарезаем на брусочки. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов примерно на 5-7 минут. Сухарики должны подрумяниться. Достаем из духовки. Я чуть-чуть передержала, буду честной. И измельчаем в мелкую крошку с помощью блендера или скалки. По истечении времени достаем фарш из холодильника. Лук натираю на крупной терке и смешиваю с панировочными сухарями. Добавляем чеснок. Всю эту смесь добавляем в фарш и тщательно вымешиваем 3-4 минуты, можно и больше. Фарш очень плотный, вязкий и держится одним комком. Теперь формируем колбаски. Руки обязательно смачиваем водой, чтобы фарш не лип. Берем небольшое количество мяса и формируем небольшую продолговатую котлету. Размер и длину регулируйте сами. Если вам такой способ не очень нравится, колбаски получаются разного размера, можно попробовать лайфхак из интернета. У 2-литровой пластиковой бутылки обрезаем горлышко. Наполовину наполняем фаршем. Пол-литровую банку переворачиваем и сверху на нее насаживаем бутылку с фаршем. Придавливаем и получаем ровную колбаску. Длину регулируйте сами. Учитывайте, что при обжарке котлеты чуть уменьшатся. У меня получилось 33 колбаски. Отправляю их в холодильник охладиться минимум на 1 час, а лучше на 4. Это очень удобное блюдо для застолья или пикника. Сделал заготовки и уже перед приходом гостей быстренько приготовил блюдо. Во время жарки налейте в сковороду немного растительного масла. Когда масло нагреется, отправляем тефтели и встряхиваем сковороду на сильном огне, чтобы запечатать колбаски. Затем накрываем крышкой и готовим на среднем огне, часто помешивая. Готовим до румяной корочки. Если вы будете готовить такие колбаски на огне, смажьте каждую растительным маслом перед жаркой. Вот такие румяные колбаски у нас получились.
Внутри они получаются плотными, сочными и очень вкусными. Я обычно подаю с картофелем по-деревенски и салатом. Посмотрите, как нарядно выглядят такие колбаски, а вкус просто не передать словами. Попробуйте самостоятельно приготовить это замечательное блюдо, повторяйте за мной, и у вас обязательно все получится. Друзья, если это видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк. Спасибо, что делитесь моими рецептами и оставляйте комментарии. Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Вкуснейший мясной рулет из отбивной куриной грудки, шампиньонами и беконом. Это блюдо, способное разнообразить меню, порадовать аппетитным видом и замечательным вкусом. А готовить его можно каждый раз по-новому, изменяя начинки по своему вкусу. Для приготовления нам понадобится куриное филе, шампиньоны, бекон, сметана, лук, соус к мясу, соль, перец, карри. В первую очередь займемся мясом. Куриную грудку промыть, просушить. Отрезаем малое филе. Затем оставшуюся часть разделяем вдоль пополам. Накрываем каждый кусок пищевой пленкой и отбиваем с одной стороны плоской частью молотка. Филе очень нежное, поэтому сильно стучать не надо. Солим, перчим с одной стороны. Посыпаем приправой карри. Складываем друг на друга. Таким образом мясо будет в специях с двух сторон. Теперь добавляем сметану и обмакиваем мясо со всех сторон. Отставляем в сторону мариноваться, а пока займемся грибами. Хорошенько их промываем. Для этого рецепта нужны мини-шампиньоны, самые маленькие, какие вы найдете. Я таких не нашла, поэтому 200 грамм грибов режу крупно. И обжариваю в небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки. Остальные шампиньоны порежем на тонкие слайсы. Репчатый лук режем кубиком. Отправляем шампиньоны на сухую сковороду и обжариваем, пока испарится вся жидкость. Добавляем немного растительного масла, лук, все тщательно перемешиваем и тушим пару минут. Солим, перчим по вкусу, добавляем сметану и тушим под крышкой до испарения жидкости. Расстилаем пищевую пленку внахлёст. Сверху широким пластом разложить куриную грудку. Поверх ровным слоем разлаживаем остывшие грибы. Сначала те, что тушились в сметане, затем грибы, которые мы резали покрупнее. Помогая себе пленкой, сворачиваем плотно рулет. Прокатываем по столу, уплотняя его, формируя мясной батон. Снова стелим на столе пищевую пленку внахлёст и выкладываем на нее полоски бекона, друг на друга перекрывая каждый последующий слой. У рулета снимаем пленку и выкладываем его по центру на бекон. Закрываем рулет беконом сначала сверху, затем снизу, поочередно накрываем полосками в виде косички. Заворачиваем рулет в пленку. Запекать мы будем рулет в фольге. Раскладываем на столе 2-3 слоя фольги. Разрезаем пленку на рулете. Лицевая сторона рулета должна оставаться сверху.
Теперь смазываем рулет соусом терияки или наршараб. Это мясные соусы, которые вы можете купить в супермаркете или мясном магазине. Солим перчим по вкусу. Можно украсить веточками розмарина. Закрываем фольгу, шов плотно скрепляем сверху. Переносим рулет на противень и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 220 градусов на 1 час 20 минут. Затем снимаем фольгу и запекаем до красивого золотистого цвета. В готовом виде рулет значительно меньше, чем был сырым. Все это за счет того, что куриное филе при тепловой обработке уменьшается в размере и выделяет много сока. Готовый рулет я поливаю соусом, который выделился в процессе выпечки. Обычно я готовлю это блюдо заранее, даю остыть, затем нарезаю и, если надо, разогреваю уже в нарезанном виде. Хотя этот вкуснейший рулет можно кушать и холодным. Подаем с овощами и картошкой по-деревенски. Такой шикарный рулет получается вкусный, плотный, а за счет начинки сочный и аппетитный. И еще это блюдо очень сытное, так что если ждете большую компанию, очень рекомендую приготовить. Куриные ножки в тесте. Очень оригинальное и красивое блюдо. Готовится оно из обычных продуктов. Сочная начинка, ароматное мясо и хрустящее тесто. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Для приготовления начинки нам понадобится 7 куриных ножек, соль, приправа для мяса, чеснок, растительное масло, плавленый сыр. Для теста мука, соль, сахар, разрыхлитель, яйцо, сметана, растительное масло. Первым делом замаринуем куриные ножки. Кожу я обычно снимаю. Солим. Добавляем приправы, чеснок, растительное масло и тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек мяса был в маринаде. Оставляем мариноваться при комнатной температуре минимум на полчаса. Можно и больше, но тогда куриные ножки следует убрать в холодильник. Маринованные ножки выкладываем на противень и выпекаем в заранее разогретой духовке примерно 40 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Тем временем сделаем тесто. В муку добавляем сухие ингредиенты и тщательно перемешиваем. К сметане добавляем яйцо, растительное масло. Перемешиваем до однородности. Вводим муку и замешиваем тесто. Накрываем пищевой пленкой и даем отдохнуть. Возвращаемся к куриным ножкам. Они уже испеклись. Даем им остыть. Отделяем куриное мясо от кости. Нарезаем небольшим кубиком. Добавляем 2 столовые ложки плавленого сыра и тщательно перемешиваем. Солить и перчить начинку не нужно. Формируем закуску. Тесто делим на 6 равных частей. Каждую подкатываем в шар и накрываем пленкой, чтобы тесто не заветрилось. Рабочую поверхность смазываем маслом и раскатываем тесто. В серединку кладем столовую ложку с горкой начинки. Берем очищенную кость, вставляем посередине, подбираем тесто и защипываем. Получился вот такой мешочек. Каждый мешочек смазываем желтком. Прикроем косточки фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку примерно на полчаса при температуре 180 градусов. Ножки должны стать румяными. Такие голени, как в горячем, в теплом и даже холодном виде, будут вкусные и разойдутся вмиг. Очень рекомендую приготовить. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк.
Блюдо получается очень аппетитным, вкусным, сочным, с приятным ароматом. У меня на канале есть целый плейлист с рецептами на праздничный стол. Кто не видел, ссылочку оставлю в описании под видео. Нам понадобятся свиные ребра, яблочное пюре. Как готовить, есть у меня на канале. Ссылку оставлю в конце видео. Кетчуп, соевый соус, чеснок, паприка, черный перец, корица, сахар, соль, апельсин. Свиные ребра я разрезаю на небольшие порционные кусочки. Сразу же к мясу добавляю кетчуп, яблочное пюре, сухой чеснок, молотый перец, паприка, корица, сахар, соль, соевый соус. Все хорошенько перемешиваем. Крупный апельсин разрезаю пополам и выдавливаю сок. Если есть косточки, обязательно убираем. Тщательно вымешиваем. Убираем мариноваться минимум на полчаса. Я замариновала ребрышки с утра, а вечером отправила запекаться. После этого свиные ребрышки складываем в рукав для запекания. Концы крепко зафиксировать с двух сторон. Перекладываем на противень. Сверху в рукаве делаем несколько проколов зубочисткой для выхода пара. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 1 час 15 минут. По окончании запекания рукав аккуратно, чтобы не ошпариться, разрезаем. Переворачиваем каждый кусочек и снова отправляем в духовку на 10-15 минут. Повторяем 2-3 раза. Так ребрышки больше впитают в себя маринад и приобретут красивый румяный цвет. Готовые ребрышки смазываем остатками маринада, которые остались в противне, и подаем к столу. Мягкие, сочные, ароматные и очень вкусные. Рекомендую приготовить сразу две порции. Не останется ни кусочка. Друзья, какое из предложенных блюд вам понравилось больше всего? Пишите в комментариях. У меня на канале есть целый плейлист, посвященный праздничным блюдам. Ссылка на экране и в описании под видео. Надеюсь, вам приглянулось как минимум одно из предложенных блюд, и вы порадуете близких вкусностями на праздник. С вами была Нейля. Всем приятного аппетита!